Попрощатись з втомою, стресом та емоційним виснаженням допомагає жінкам Ольга Цуркан. Жінка – вчитель кундаліні-йоги. Мистецтво духовної східної практики вона навчалась у провідних тренерів України та світу. Сьогодні знаннями ділиться із жінками в реабілітаційному центрі «Гармонія». Йога – это прежде всего инструмент работы с твоим эмоциональным фоном. Выполняя простейшие упражнения, такие как прогибы позвоночника. Казалось бы, ну что здесь такого? Мы просто сидим и выполняем прогибы. Мы просто сидим и выполняем скручивание туловища. Мы подбрасываем плечи. Но все эти вещи отражаются на нашем эмоциональном фоне. Потому что когда мы переживаем какие-то негативные события, эти негативные события застревают в виде мышечного напряжения в нашем теле. И высвобождая мышечное напряжение, мы обретаем совсем другое качество жизни, потому что наш эмоциональный фон становится гармоничным и позитивным. На мам заняття з кундаліні-йоги впливають позитивно, адже спокій та гармонія, набуті в результаті вправ та медитацій, передаються й дітям. Між мамою і дитиною существует определенная связь. В йоговской традиции считается, что до 7 лет ребенок находится в ауре мамы. Если мама себя чувствует плохо, это будет чувствовать ребенок. Если мама себя чувствует в ресурсе, она находится в позитиве, она находится в оптимизме, у нее много сил двигаться вперед, бороться, трансформироваться, значит, это передается ребенку. Это просто потрясающе, как они тонко чувствуют и реагируют на наше состояние. Тетяна Чистякова відвідала вже 4 заняття з кундаліні-йоги. Жінка каже, після вправ та медитацій і фізично, і морально почуває себе набагато краще. І що головне, бачить позитивні зміни і на власній дитині. Ты выходишь полностью в гармоничном состоянии, и что меня радует, я несу это состояние до следующего урока. И у меня двое детей, второй малыш маленький и очень-очень гиперактивный. И опять-таки, в силу того, насколько я успокаиваюсь, я вижу, как ребенок мой становится спокойный, рассудительный, он начал слышать, он начал быть иным. Когда я в состоянии эмоций, когда я в состоянии стресса, когда я в негативе, то это сразу отражается по моему ребенку. Это все, это он на потолке, с ним невозможно вообще его остановить. Найближчим часом в Центрі «Гармонія» планують розпочати заняття з кундаліні-йоги і для людей з інвалідністю. Для них Олена Цуркан розробляє спеціальний комплекс вправ. Наразі ж мистецтвом духовної східної практики Олена ділиться безкоштовно двічі на тиждень. Щовівторка та щочетверга о 14-й годині уроки йоги доступні усім бажаючим. Олександра Попович, Юрій Якубенчук. Новини телеканал «Вінниччина».